Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня представляю вам прицеп 2PTS4. 72-й год выпуска. Синовоска. Давайте посмотрим. Технически исправен. На протяжении всего времени задействован в хозяйстве, в сезон на перевозке сена, резины в достойном состоянии. Один баллон новый, второй не совсем новый, но еще может походить. Цилиндр рабочий. Особо рассказывать про нее нечего. Грузоподъемность 4 тонны. Как я и сказал, рабочая. Ничего критичного нет. Один баллон новый. Так, два баллона бэушные. Сейчас посмотрим еще этот. Этот тоже новый. То есть два новых баллона, два старых. Рама нормальная. В принципе, для перевозки сена. Никакие там параметры не нужны технические. Самое главное, целый, ровный, выполняет свои функции. Тем более два баллона заменены. Так что сможет и дальше работать в хозяйстве. Как вы знаете, у нас есть наличный-безналичный расчет. Также можем помочь доставкой до вашего хозяйства любой техники. Наши специалисты и днем, и ночью работают 24/7, всегда помогут, подскажут. Поэтому обращайтесь к нам, подберем вам технику в любом регионе страны, поскольку география обширна, расположение наших региональных представительств более 20, а также есть площадка в Волгограде по улице Историческая, 183, можете приехать на нее и воочию убедиться, какая техника у нас представлена. Поэтому, друзья, кому нужен живой прицеп для перевозки сена, самосвальный, поэтому обращайтесь к нам, будем рады помочь, подсказать, если нужно, доставим. Цена весьма-весьма приятная. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, берегите себя.